хочу показать игру с человеком, который рейтинг вот такой. Немного выше моего. Который допустил одну грубую ошибку, 6 ошибок и 6 сомнительных ходов. А я допустил 0 грубых ошибок, 3 ошибки и 2 сомнительных хода. Вот. По сути, во всей кривой я выигрывал белую. Теперь посмотрим, где тут были ошибки. Он уже кучу ошибок наделал, и вот уже у меня плюс 0,7. Тут моя ошибка. Это вопросительный знак. Мистейк. Лучше было бы тут, но можно и так. Ошибки тут серьезные нет. Ему тут вот ошибка. Dubious move. То есть сомнительный ход, как я понял. Я тоже подумал, зачем он сюда подошел. И что он тут сделает, если пешкой пойду, и что у нас пешка защитит. А тут он говорит, что надо было туда сюда идти. Ну тут как бы расчет был на его глупость. Но... В общем, я этого шага не заметил, что тут можно хорошего делать. Он сбьет, я сбью. Да, можно было попробовать. А вот тут уже у него два вопросительных знака. Блундер. Заблуждал. Серьезная ошибка тут сделал. Напал на король.
Коневая вилка на королеву и на башню. Я даже так не подумал, что он так глупо подойдет, что он этого не заметит. Я для специально для этого и готовил, чтобы на башню напасть. Он мог вот тут вниз подойти. Тогда я бы слона с белым королем сбил бы слона и потерял бы право на рокировку. Вот на это я рассчитывал. Тут так подошел, что еще хуже сделал. Мне надо новую рокировку делать. Он что, какую-то ерунду начал на меня нападать. А вот этого хода я не заметил, что мог тут сбить и на этого. И на королеву даже. На три вещи. Что это башня минала, так я не знаю тут. Видимо, в длинной перспективе она что-то минала. Просто не поймешь. Ну, как оказывается, что вначале советовалось, то и теперь советуется найти. Не, вначале вот тут. Ну. Я не совсем понял, что это даст, потому что все у него вроде бы под защитой. Это, видимо, для будущего какого-то плана. У него опять сомнительный ход. У меня сомнительный ход. У него ошибка, видимо. У меня теперь ошибка. У него ошибка. У меня ошибка. У него ошибка. У него ошибка. Если бы я королевой тут не пошел, мне бы. У него ошибка. Если бы он тут пошел, то.
какая у него сомнительный ход или грубая ошибка. А сомнительный ход это кажется. Ему надо было освоить. Ну и так хорошо. У него ошибка. Сомнительный ход. У меня, а это грубая ошибка. Выбил смов, а не сомнительный ход. У него. Дубил смов, наверное, нафиг грубая ошибка. Потому что, а может и нет. А нет, это сомнительный ход у него. Все равно выхода не было. Я там особо какого. Все, он тут вышел из игры. Его сомнительные ходы, смотри. А хоть он там королеву подставил, но это не считается как грубая ошибка, потому что у него выхода уже никакого и не было. Вот если бы он тут подошел. А, ну мог тут найти. Попробовать королевами разменяться. Тогда я бы не мог вот тут подойти. Но все равно там. Безнадежно.